Часть материнского капитала можно использовать на повседневные нужды. Единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей сможет получить каждый участник федеральной программы. 17 тысяч семей из Чувашской республики уже получили единовременные выплаты на общую сумму 330 миллионов рублей. Обратиться за выплатой можно до конца марта этого года. Право на нее имеют семьи, в которых второй или последующий ребенок рожден не позднее 31 декабря прошлого года. С этого года молодые мамы также получили возможность использовать материнский капитал на покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Программа материнского капитала действует с 2007 года. За 9 лет размер материальной помощи увеличился на 80%. Сегодня он составляет 453 тысячи рублей.